угадай мелодию, совершенно верно. Я предлагаю вам с вами сейчас играть эту старую добрую игру. Все, поехали, первая мелодия. Надо руку поднимать. Аква. Группа Аква, отлично. Аплодисменты и подарочек держите. Следующая. Так. Бритни Спирс. Точно? Ну ладно. Бритни Спирс. Следующая. А поет кто? Ага, вижу. Ну, все зовут меня, рукой машут, подхожу, никто не знает. Это Desires. Пропускаем. Следующее. Вирус, конечно, молодец. Следующее. Ну, конечно, умничка. Главное вовремя со стула встать, и чтобы все это увидели, да? Так, пошла вода горячая. Следующая. Ирина Аллегрова. Ура, наконец-то. Следующая. Вот кому из них призы вручать, они все знают. Держите. И вам, пожалуйста, держите. Почему-то все в ответ поют. И никто не называет. Сейчас посмотрим, призы потяжелее будут. Может, уже побыстрее вставать будет с места, да? Да? Следующее, поехали. И, по-моему, зовут ее. Максим Леонидов. Мотивирующий, да? Ага. Максим Леонидов. Следующее. Что мне делать? Подождите. Давайте вы мне имя, а не фамилию. Марина, молодец. Ладно, я девочка, мотаю, хорошо. Марина Хлебникова. Следующая, поехали. Конечно, Тодо Кутунья. Вы свой-то подарок не отдавайте, а то уже делится. А вы, наверное, хотели сказать, что это Челентано, да? Нет? Ладно. Так, сейчас еще найдем. Следующая. А что такое? Вот девушка в красном. Юля, я забыла говорить. А где ты, мошенники? Да, слава богу, не кричите на меня, ура! А где ты, мошенники? Следующая. Как? Молодец. Ты не шазамил? Не работает? Старый не определяет? То есть стрелки поют старые песни? Боже, это что, я такая старая? Мне кажется, стрелки это вообще моя молодость и юность. И вообще, молодец. Все, следующее. Нет! Нет! Как? Молодец! Спайк, откуда ты знаешь? На тебе две даже. Умница! А вот как-то, да? Группа Файк! Вот так. Все, следующее. Ой, наконец-то! Чечерина, молодец! Да? Молодой, чем вы не палец? У вас сегодня батл, да, между вашими столами?
Я вам приду очередь. Последняя, поехали, последняя. Я просто время тяну, я не знаю, кому ее отдать. Я ему весь вечер дала. Давайте отдам тому, кто первый ко мне подойдет. Ты первый, пойдем, тебе подарок дам. Молодец. Ты быстрее всех бегаешь. Так. Вот, держи тебе. Держи. А, он за папу? Я думала, вы что, папу отыгрываете другому столику? Друзья, я вам хочу сказать, что вы прям хорошо раскачались так, как нужно, в нужное время. И сегодня конкурсов будет много. И застольные разные активные, поэтому себя можно проявлять. Всяческих призов у нас еще целый пакет. Не нужно все отдать. Ничего ребятам не оставить на завтра, да? Но сейчас мы с вами делаем небольшую танцевальную паузу. Я надеюсь, что на танцполе сейчас не будет места. Поехали!